Вопрос, конечно, интересный. Яблоня не плодоносит. Ну, начнем с того, что у яблонь, да и у груш тоже, и порой бывает и у вишен, существует у некоторых сортов цикличность, что они не ежегодно дают плоды. Во-вторых, надо знать, какова была применена агротехника. Может быть, в прошлом году недостаточно питания. В прошлом году не завязались цветочные почки, потому что или было сухо-сухое лето было, помните, жарко-сухое лето. Вероятно, в эту пору, когда закладывались цветочные почки, не попало достаточно питания. Может быть, зима была достаточно суровая, померзли цветочные почки. И третье, это может быть неблагоприятная погода во время цветения. Холодная погода, лета насекомых нет, при опылении такого нет. Ну и вообще почка погибает. Это надо смотреть, какая яблоня. Где-то, может быть, и вырезка не существует, какая нужна. Крона не сформирована, может, загущенная крона. Я еще раз говорю, что это все равно, что ставить диагноз больному по телефону. Не видя, значит, сложно сказать, конечно. Может быть, какие-то деревья, которые поздно вступающие в пору плодоношения, и 5 лет для яблони, это уже не обязательный срок. Да, бывает, на второй год дадут несколько плодов, некоторые через 5 лет дают. Поэтому здесь, я еще раз повторяю, нет однозначного ответа, можно только предполагать. Но при этом должен быть комплекс мероприятий выполнен обязательно по подкормкам, по поливу, значит, содержание приствольного круга, вырезка правильная должна быть, то есть осветленная крона, чтобы не было загущения, не было перекрещивающихся веток, пинцировку проводить и так далее и тому подобное. То есть вовремя прищипывать, ограничивать рост побегов. Это все в комплексе ухода.